Так, ну что же, друзья, начнем с подготовки днищ. Смотрите, на днище я использую сетку, покупаю сетку производства завод имени Фрунзе, вот такую. Это сетка просечно-вытяжная, ячейка размером 2 на 8 миллиметра. Представительство завода есть по всей Украине, в больших городах. И, в принципе, эта сетка классная тем, что она оцинкованная и жесткая, хорошо держит геометрию. Она в рулонах продается 1500 на 500 миллиметров. Вырезаем мы вот такие пластины под размер. Тут, по-моему, если я не ошибаюсь, 262 миллиметра на 102 миллиметра. Вырезаем такие сеточки. Я считаю, что это лучший вариант, потому что, ну, чем капроновые сетки, чем вклеивать, все очень быстро и удобно. Вставляем в эти пазы и прикручиваем. Раньше я прикручивал всего на два самореза, но со временем я увидел, что этого мало. И вот по прохождению нескольких лет у меня закручено на четырех саморезах. Ну, с каждой стороны. Использую я саморезы, вот такие саморезы с белые с широкой шляпкой. Они очень крепкие, хорошо это все прижимают дело. И беру отверточкой и вкручиваю все это дело прямо в пенопласт. Пенопласт этот, плотность у него заявлена 100 килограмм на сантиметр кубический, как-то так, по-моему. Короче, плотность 100 плюс-минус 10%. Вкручивается саморез хорошо, можно не бояться, что он там, ну, главное чувствовать, не перекрутить уже в конце. С чувством, все нужно делать с чувством, в принципе, как и везде. И вкручивается довольно отлично, и сетка держит очень-очень даже хорошо, без всяких там проблем. Вот так мы все это делаем. Смотрите, сетку я вкручиваю чуть-чуть, шурупчики я ставлю под углом, ну, чтобы там не откололось или еще что-то, то есть под наклоном, и так и вкручиваю. Все очень быстро, очень классно и проблем нет. Сейчас уже докручу и все вам покажу. Скручиваю это все прямо вот здесь, так сказать, на коленке, на улье. Можно попробовать шуруповертом, но я не знаю, я не пробовал. Потому что, когда докручиваешь, ну, как по мне, нужно чувствовать, чтобы не вырвать. Потому что, как ни крути, это не дерево, это пенопласт. Какой бы он крепкий ни был. Все, вот так выглядит сетка. Вот так она прикручена на четырех саморезах. И держится хорошо. Ну и поехали дальше. И все, друзья, закончили мы подготавливать наши вот эти все
днище. Теперь дно идет на покраску. Покраска я покажу отдельно. Сейчас давайте теперь приступим к сбору корпусов. Как они собираются и так дальше. Там ничего сложного нет. Переходим к сборке корпусов. Так, друзья, со сборкой у нас тут все тоже очень просто. Мы берем стеночки. В стеночках есть пазики, тут такие ребрышки, которые не дают свободно вытаскиваться. Ничего я не клею, ничего мы тут на шрупы мы не берем. Как по мне, это совсем не нужная штука. Даже если кочевать, они никуда не рассыпятся, они никуда не денутся. Просто берем и вставляем все. Вставляем все в пазы. Собирается очень быстро, легко. Ничего, никаких как бы усилий приложить не надо. Ну и досточка, чтобы это все прижать. Вот и все. Все собрано, ничего в этом тяжелого нет. Ну и так, последующие корпуса. Друзья, вот так они собираются, ничего сложного, быстро можете стучать по корпусу легко, не бойтесь, ну понятно, что нужно аккуратно, потому что это пенопласт, все собирается хорошо, никаких тут щелей нету, ничего оно не рассыпается, ничего оно никуда не денется, все ровненько и метры держит. Ну и теперь мы все собрали, 100 корпусов собрали. Теперь переходим к процессу покраски этих ульев. Перешли мы к покраске. И смотрите, используем мы краску вот такую. Да, я посмотрю. Мы лично, мы, это не реклама, но мы использовали предыдущие года краску зебра. Вот именно такую эмаль. PF-115. Вот такую мы используем. Открывай, Слав. Она относительно недорогая, но при этом, в принципе, неплохая. Смотрите. Много вопросов по поводу того, Слав, подожди, по поводу, чем разводить краску. Так как мы красим пульверизатором, и мы используем для, чтобы сделать краску пожиже, White Spirit. White Spirit примерно вот тут пол-литра, 500 грамм, мы где-то наливаем плюс-минус 1/3. Ну, грубо говоря, там 150, там 170 грамм. Все зависит от густоты самой краски. Если она, ну, не очень густая, то, в принципе, очень много не надо лить. Ничего, он пенопласт White Spirit не разъедает, так что не бойтесь. Ну, понятно, что надо все как бы аккуратно пробовать. Мы разводим до той степени, чтобы пульверизатор мог пропустить через себя краску. Все, Славян, давай.
все. Ну вот примерно так. Она жидкая, и пульверизатор сможет ее через себя пропустить. Ну и теперь красим. Вот так идет покраска. Вот так мы красим. В этот раз мы решили красить совсем другими цветами. Это киви, оранж, белый и бирюзовый или морская волна. Вот такие цвета. Почему мы используем эту краску? Это краска эмаль PF. Она относительно недорого стоит. И при этом, при всем, видите, какие красивые насыщенные цвета. Делается глянец. Это крыши у нас тут везде раскиданы. Делается глянец, и довольно-таки прикольненько получилось. Примерно так. Очень прикольно то, что ПФ-ка делает как бы защитный слой на пенопласте, и как бы дополнительная, ну, защита от воды, хорошо сбегает вода. Да, Славян? Что такое шестирамочник? Шестирамочник — это не только матки, это еще рамки с медом, это рамки с медом, это вот такой расплодик красивый. Красивые оттянутые рамки, красивая оттянутая вощина. Шестирамочник — это качественная матка, которая накормлена, обогрета . Это отводок в зиму, это пакет весной. Это и есть шестирамочник. Ну, как-то так.